Здравствуйте, мои родные, дорогие подписчики и подписчицы. Кто меня не знает, меня зовут Тиффани. Заходите ко мне на мой канал, я всегда буду и всем рада, и каждому. Видео, надеюсь, это будет познавательное, как для мужчин, так и для женщин. У меня выдался выходной, и я решила уже его провести с пользой. И хочу вам рассказать свое средство, каким пользуюсь лично я. Я очень часто крашу волосы, ну как, насколько часто, раз в месяц, я считаю, это, наверное, часто. Некоторые люди пользуются раз в 3 месяца красками. Нет, я крашу их каждые 3 недели, месяц максимум. Волосы у меня очень сухие, ломкие. В этот раз я покрасила красочкой, и у меня очень интенсивно начали выпадать волосы. Конечно же, из-за краски я только успеваю крепить, только покрашу, обратно беда. И как я справляюсь с этим? Витаминки Айвит. Мне они очень-очень сильно нравятся. Самые дешевые, простые. Как использую витамины я? Я беру одну вот такую вот витаминку. Беру в ручку шампунь, наливаю себе в ручку. И одну витаминку выливаю себе в ручку. Либо, как вам удобно, бальзам или маску. Я беру по всем волосикам интенсивно минутку, втираю волосы, смываю. Все, больше я ничего не делаю. 10 дней, и вы посмотрите результат. Но одно но. Те люди, которые серьезные заболевания от выпадения волос. Почему я это упомянула? Потому что у меня был видеообзор про никотиновую кислоту. И мне одна девочка написала, у нее очень серьезные проблемы. Вы меня извините, конечно, я не могу вам отвечать. Вы поймите, я не медработник. Я просто снимаю те видеообзоры, то, что я попробовала, я вам рассказываю. Я не могу вам советовать и навязывать. Извините меня, пожалуйста, я не медработник. Поэтому, если какие-то проблемы, я вам даже бы посоветовала, не смотрите никакие видео, не надо читать непонятные комментарии, нужно идти к врачу и консультироваться лично с доктором. Это лично мое мнение. Проблемы моего рода, это как бы средство поможет, такие витаминки. Если что-то серьезное, я бы вам не советовала. Так же самое, у меня есть видеообзор про никотиновую кислоту, это тоже является лекарством. То, что лекарство, нужно быть очень осторожным. Айвит не очень помогает, я даже его часто наношу на реснички. Девочки, кто часто наращивает ресницы, вот эта вещь замечательная. Я смотрела один видеообзор у девочки, она рассказывала про какую-то сыворотку замечательную. Девчонки, не нужно ничего такого дорогого покупать, лить себе на голову, на волосы, на глаза. Этого не нужно делать. Я думаю, вещь вот эта замечательная, попробуйте ее. И вы напишите мне свое мнение. 10 таких процедурок, поверьте, и средство очень дешевое, очень эффективное. И вы посмотрите результат. У меня есть видеообзор про витамины класса В1, В6, В12. Эти витамины для роста волос, не от выпадения. От них очень хорошо растут волосы, от них очень красивый вид. Но они не от выпадения. А это средство является средством от выпадения волос, очень укрепляет наши луковички. Попробуйте, если вы посмотрите это видео. Я не думаю, что будет только лучший результат. Поверьте мне, я уже 2 года использую. Использовала я первый раз летом. Я приехала с курорта, и у меня сыпались волосы. Я не знаю, с чем это было связано. Может быть, от солнца. Тем более, девочки, мальчики, сейчас будет солнышко. Мы, как правило, не ходим в головных уборах, а наши волосы потом от этого страдают. Вот. Будет у вас возможность попробовать. Я надеюсь, что поможет это средство вам и мое видео. Пишите мне комментарии, мне очень-очень интересно. Будьте здоровы, мои родные. До свидания всем.